Масштабное спортивное состязание, приуроченное к 20-летию Конституции Хакасии, собрали 8 команд. Они представляли Сорск, Алтайский, Аскисский, Таштыбский, Багратский, Усть-Абаканский, Бейский районы. В центре же внимания сборная Верховного Совета Хакасии. Законодательный орган республики – инициатор проведения спортивного праздника. И это не случайно. Я хотела заразить энергетикой, в том числе и всю республику, муниципалитеты, чтобы они ощутили действие 37-й статьи нашей Конституции, где за здоровый образ жизни через физический спорт. Поэтому я думаю, что этот праздник должен состояться обязательно с хорошим настроением. И, конечно, победит сильнейший, но я думаю, прежде всего победит Конституция республики. Настроение отличное, учитывая, что погода отличная. Я думаю, что еще и команда Верховного Совета, у нас здесь 30 с лишним человек, должны взять одно из призовых мест. Полчаса на жеребьевку, разминку, и вот уже звучит судейский сигнал. Первыми на старт вышли легкоатлеты. Эстафету 4 по 60 метров бегут абсолютно все команды. Сергей Журавин выводит свою сборную Алтайского района на лидирующие позиции. Результат – в легкой атлетике у алтайцев первое место. Удачно обмолодились работники администрации, причем молодые специалисты, в этом наш успех. В это время на соседних площадках уже развернулись футбольные баталии. Судьи едва успевают считать голы. На песке команды играют в волейбол. По силе удара женщины ничуть не уступают мужчинам. Для Елены Кадоркиной, парламентарии Усть-Абаканского совета депутатов, забивать мячи соперникам не составляет труда. Я работаю в школе, поэтому я ведущий маленькой уроки физкультуры. Защищаю честь школы на спартакиаде, но опыт только школьный, когда училась в школе. Этот вид спорта собрал максимально большое число участников. Канат перетягивали буквально целыми командами. Спортсменам пришлось выложиться на все 100. В это время в спортзале в борьбу за победу вступили теннисисты. Представители команды Верховного Совета владеют ракетками особенно уверенно. Это один из профильных видов спорта республиканских законодателей. Партии отыграны почти безупречно. В настольном теннисе депутаты Верховного Совета стали серебряными призерами. Второе место сборная заняла и в волейболе, и в мини-футболе, а вот в общекомандном зачете сместилась лишь на четвертую позицию, уступив пьедестал почета муниципалитетам. Победителями спартакиады муниципальных образований Республики Хакасия, посвященной 20-летию принятия Конституции Республики Хакасия, стала команда Аскисского района. Второе и третье места поделили сборные Таштыбского и Алтайского районов соответственно. Это уже исторический момент, это юбилей. И о себе, конечно, нужно оставить какой-то добрый след. Вот это соревнование сегодняшнее, может, традиционно останется в республике. И мы ежегодно будем выезжать, встречаться, общаться. Главное же действительно не победа, а участие и главное общение.